В Алматы во время январских событий произошло нападение на оружейный магазин. Ожидающая 7-го ребенка женщина помогла своему мужу украсть ружье, винтовку, пистолет, патроны и другие боеприпасы. Оружие прятали на территории близ своего дома. После задержания все вещественные доказательства были изъяты, включая и автомашину, на которой передвигался подозреваемый. Действиям беременной женщины, помогавшей своему супругу, будет дана правовая оценка. Производство досудебного расследования поручено следователям отдела полиции Ауэзовского района. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в департаменте полиции города.